Протягом цього візиту Борис Петров не раз підкреслив, що його приїзд не носить ані парадного, ані карального характеру, і що йому передувала ретельна підготовка. Спеціалісти облдержадміністрації старанно проаналізували стан справ у Бердянську, тому губернатор добре володіє усією інформацією. І головна мета його візиту – консолідувати всі сили задля вирішення найнагальніших проблем. И после коллегии губернатор провел пресс-конференцию. Выездная коллегия областной государственной администрации – это не шоу. Это рабочий орган, механизм, который вырабатывает, то есть делается комплексная проверка. И коллегия работала не только сегодня. Выезжали начальники управления, работники областной государственной администрации, делали по своим направлениям как бы проверку деятельности вот этого организма, который называется город Бердянск. Вот, в результате этого мы провели коллегию, и у меня есть как бы проект распоряжения, однако я воздержался от его подписи, потому что необходимо учесть еще как бы те предложения, которые прозвучали сегодня во время коллегии. Мы во вторник соберем совещание, будет подписано распоряжение, это распоряжение получит как бы государственная власть в Бердянске, мэрия, и будут устранять недостатки. Недостатков, конечно, очень много, но я считаю, они все такие, которые возможно устранить. Думаю, что двухмесячного срока будет достаточно. А самое главное, наша цель, чтобы бердянские жители почувствовали, что есть динамика, что есть улучшение. И, в общем-то, это наша главная цель. Это не разовая акция. Значит, в ближайшее время, по всей видимости, в конце мая будет выездная коллегия в Мелитополе. Думаю, не позднее начала июля в Энергодаре. Вот мы такой вот блок готовим для себя. И у нас будет понятна ситуация, в общем-то, по области, по многим процессам. Еще раз говорю, огромное количество проблем. В первую очередь, они связаны с недостатком финансирования. Сегодня у нас нет бюджета, сегодня есть 1/12. Сложно работать, практически мы повязаны и нет возможности как бы двигаться. Ну, я оптимистично настроен. Результаты же есть по Запорожью, под гарантией. Что касается как бы результатов, естественно, есть динамика. Сегодня есть постоянный процесс общения с кабинетом министров, с администрацией президента и лично с президентом Виктором Федоровичем Януковичем. Но конкретно вчера мы обсудили как бы ряд вопросов. То есть, чтобы вы понимали, есть большое количество проблем в области. Из этих проблем, их очень большое количество, на них нужно большое количество финансовых ресурсов. Мы выбрали 7 приоритетных направлений, из которых 3 мы имеем поддержку кабинета министров. Вот. Это проблемы, связанные со строительством мостовых переходов в городе Запорожье. Это проблемы, связанные с аварийной ситуацией в детской областной больнице. И проблемы, связанные как бы с мостовым переходом через тело плотины. Там практически изношены металлоконструкции. Ну вот, как пример, мы вчера обсуждали вопрос президентов и до этого были встречи с организацией, которая ведет работы, так называемый Мостобуд. В результате вот этих комплексных таких переговоров мы получили поддержку от президента. И сегодня можно сказать, что проблемы с финансированием строительства мостов в Запорожской области на этот год нами решены. В результате переговоров с Виктором Федоровичем Януковичем мы достигли соглашения, что государство дает как бы гарантии на банковские кредиты, которые уже начали работать. Борис Петров відповів на цілий ряд запитань, зокрема щодо будівництва берегозахисних споруд на середній косі. Я бы сейчас не стал там возвращаться, кто сколько, извините, украл, извините за слово. Это есть компетентные органы на это. Однако мы понимаем, что там далеко было не все нормально, когда на поверхности как бы вопрос, фирма выигрывает тендер, получает денежные ресурсы, должна построить там 10 бун, построила 3. Все понятно. Но дело не только в этом. Мы видели сегодня, что это полумеры, которые ни к чему не приведут. Они приведут к разрушению косы, которая сегодня интенсивная. А то, что мы были сегодня как бы на другой стороне косы, это не было заготовлено. Для меня это было неожиданно. Но я увидел реально, что можно сделать. Увидел ответы на вопросы. Но опять же, я воздерживаюсь. Еще раз говорю, что необходима оценка профессиональная,
необходимо это обсудить, а потом заниматься использованием средств. Предварительно мы договорились с той же самой компанией, которая ведет работы с правой стороны косы, как вариант рассмотреть возможность вот на этом участке, там где был наш нами любимый Бердянский городской пляж, провести вот эту работу. Но тоже через выделение средств, через тендер. А я уверен, когда нет задачи, извините, украсть, то эта фирма победит в тендере. И они заинтересованы, чтобы сделать чисто, качественно, чтобы мы к весне увидели, что это правильный метод. И тогда будем распространять на всю косу. Журналісти також цікавилися, яку оцінку Борис Петров дає ситуації в Бердянську і хто, на його думку, має вирішувати місцеві проблеми. Нас інтересує, в першу чергу, мене інтересує рішення проблем населення. А хто буде рішати ці проблеми? Буде рішати лучший, от моя позиція. В той же час я как бы, хочу предостеречь і себе, і всіх, і средства масової інформації, там, о каких-то там заранее продуманных мерах. Мне тут много рассказывали о всяких страшилках, что едет губернатор там снимать кого-то и так далее. Это не соответствует действительности. Это нормальная работа, та, которая должна производиться. Мы сегодня дали оценку, во вторник мы ее положим на бумагу и будем делать. Это шанс, это не только касается мэра города Бердянска, это касается городского совета. У меня сегодня была встреча с фракцией, мы говорили на эту тему, я считаю, что необходимо активизировать и работу депутатов, и работу фракций, и работу партийной организации. Потому что я буду в своей работе использовать возможности партийной организации. У нас большое количество партийцев, которые находятся в том числе на всевозможных как бы, должностях, которые должны выполнять свои обязанности. И у меня есть возможность на них повлиять. Поэтому мы будем принимать исчерпывающие меры для решения этих вопросов. І не остановимося ні перед чим. Все в наших руках. Одне з питань, адресоване губернатору, стосувалося його зустрічі з депутатами міської ради від партії регіонів. Я обратив їх увагу, що сьогодні змінилася ситуація. Сьогодні і міський совет повинен працювати по-другому. І я би був щасливий, щоб об'єднати в міському совете всіх депутатів, незалежно від политических партий, которые мне принадлежат, до избирательного процесса. То, что мы пытаемся и делаем с Павлом Дмитриевичем в областном совете, то, что я пытаюсь сделать, пригласив всех депутатов Верховного совета от Запорожской области. Опять же, вот этот лозунг «Только вместе мы придем к успеху» – это не просто слова, это единственная возможность нам выжить. Что касается как бы, оценки, вот опять же возвращаемся к деятельности руководства города Бердянска, я тоже был бы очень осторожен и в свое время мы на своем исполкоме, на совете негативно оценили как бы, попытки самостоятельные там, некоторых представителей партийной организации в нашем городе Бердянске по применению вот таких вот как бы, резких мер по попыткам. Потому что мы их осудили, мы это запретили, эти попытки были сделаны. Результаты вы знаете. То есть это очень тонкие вопросы, они связаны как бы с общественностью, с городом. Город избрал мэра. Мы уважаем выбор горожан, и мы не позволим себе и другим оскорблять законно выбранного мэра города Бердянска, как и мэра города Запорожья, которого, кстати, 5 июля 2005 года, я никогда не забуду, когда президент впервые приехал в город Запорожье, он трижды обозвал паханом уважаемого Евгения Григорьевича Карташова, ну, правда, тут остался в зале. Так вот, я считаю, что это неправильно. Поэтому мы тогда приняли свои решения. Ну, мало того, Евгений Иванович, он как бы обратился к нам с просьбой принять его в партию. Мы рассматривали это заявление достаточно долго. И как бы после, мы считаем, после его шагов в сторону ну, как бы нашего устава, наших программ, мы все-таки нашли возможным или даже необходимым принять его в партию. И партия теперь может дать и свою оценку деятельности городского головы. Я думаю, что это будет сделано одновременно через 2 месяца. Все сегодня зависит от команды, от мэра, от исполкома и от городского совета. Під час прес-конференції голова облдержадміністрації дав свою оцінку доповіді керівника Бердянська Євгена Шаповалова на засіданні колегії. Якщо говорити відкровенно, я вважаю, що доклад руководителя города был слабым, и, в общем-то, считаю, что команда его подставила. Я ожидал совершенно другого
доклада, тем более у нас был предварительный как бы разговор, что Евгений Иванович практически понимал, он знает те недостатки, которые есть. Ему нужно было говорить о недостатках, о способах их решения, о готовности как бы городской власти вот, пойти навстречу в этом. Поэтому как бы, я был совершенно недоволен и как бы, даже не сдержался в своей оценке. Но в то же время, с точки зрения демократии, каждый имеет право как бы, выражать, как он считает нужным. Журналісти нагадали Борису Петрову про компенсацію тарифів на воду, яку раніше Бердянську обіцяв Віктор Янукович. Губернатор відповів на це так. Віктор Федорович Янукович, президент України, виконав свої обов'язки перед бердянцями. Це було сказано публічно, Віктор Федорович об этом знає. Ми сьогодні ищемо механізм, яким образом, тому що з точки зрения законодательства, яке є сьогодні, зробити окрему строчку в бюджеті для компенсації тарифів для жителей города Бердянска, но практически это неимоверно. Поэтому мы ищем пути. И вчера, когда я общался с Виктором Федоровичем, он отлично помнит. И помнит, как пил вашу воду. И помнит, что он говорил. И что говорит с Бердянском. У него очень хорошая память. Поэтому он дал поручение мне вместе с кабинетом министром искать как бы, такой метод. И я думаю, будет возможность спросить у Бердянца, как мы это решим. Но у меня есть такая уверенность, что мы эту проблему решим. Потому что раз президент помнит, он свои обязательства всегда выполняет. Ну и, конечно, очень много проблем, и связанных там и с вот этими сливневыми колодцами и так далее, и так далее. Но еще раз говорю, это не мы будем решать, город будет предлагать, а вместе с областным советом мы будем эти программы возобновлять. Ну, у меня ощущение, что почувствую к осени лучше, а следующий год должен быть значительно легче, чем этот.